21 ноября во всем мире отмечают День телевидения. Не является исключением и наша телекомпания. Правда, праздник этот мы справляем на рабочих местах, ведь новости не будут ждать, а телевизионный эфир нельзя остановить. Но и в этот день мы рады гостям и готовы рассказать о том, как делается телевидение. Подобные экскурсии уже стали традиционными. В этот раз нас посетили ученики 3 класса школы номер 2 микрорайона «Зеленые аллеи». Ребята имели возможность посмотреть, как пишется одна из программ. Сейчас должна быть большая тишина, потому что вы идете в студию. Но понаблюдать за происходящим – половина дела, куда интереснее оказаться внутри студии. Главный инженер телекомпании Константин Брылов рассказал и показал, как именно картинка оказывается на экране телевизора. А самые удачливые смогли попробовать себя в роли ведущих. Ежедневно по будням, а также в субботу в Видновской поликлинике можно пройти диспансеризацию. Народный всеми любимый театральный коллектив «Твит» порадовал жителей Ленинского района новой постановкой. Также ребятам показали рабочие места журналистов, что, конечно, не очень зрелищно, и монтажные комплексы, где разрозненные кадры, снятые операторами, монтажеры превращают в один сюжет или фильм. Особый восторг вызвала у ребят комната с зеленой тканью, с помощью которой можно отправить человека куда угодно. Сложно быть ведущим, и если сложно, то почему? Что нужно уметь? Надо уметь считать выразительно, причем не заикаться и вести себя отлично. Как всегда, ребята получили заряд хорошего настроения и узнали много интересного. Папа!